Из беседы святителя на Златоустом. Для того и пришел Господь наш Иисус Христос, чтобы не только здесь мы видели славу Его, но и в будущем веке, потому Он и говорил: «Хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою». Евангелие от Иоанна, 17 глава. Если же здешняя слава Его была столь блистательна и величественна, то что сказать о той славе? Она откроется уже не в тленной земле, не пред существами, облеченными в смертные тела, каковы мы теперь, но в творении нетленном и бессмертном, и с таким величием, какого невозможно изобразить никаким словом. О, блаженны, трижды блаженны и беспредельно блаженны те, которые удостоятся созерцать эту славу. О ней говорит и пророк: да исчезнет нечестивый, да не видит славы Господней. Но да не будет того, чтобы кто-либо из нас был отвержен и не удостоился никогда видеть ее. А если мы не будем наслаждаться ею, то и она справедливо будет сказать: лучше бы было, если бы мы не родились. Для чего же мы живем? Для чего дышим? Для чего существуем, если не достигнем такого созерцания, если никому из нас не дозволено будет зреть тогда нашего Господа? Если невидящие света солнечного проводят жизнь горше всякой смерти, то как должны страдать те, которые лишатся того света? Здесь и этим лишение только и состоит несчастье, а там не в этом только. Впрочем, если бы и это только было беда, но и в таком случае наказание было бы не равно. Но будущее тем тяжелее настоящего, что то солнце, несравненно превосходнее здешнего, и кроме того, надобно ожидать еще и другой казни. Итак, не будем нерадивы о себе самих, из-за кратковременного нерадения и беспечности не подвергнем себя вечному наказанию, но будем бодрствовать и трезвиться, будем же дела устраивать так, чтобы удостоиться того вечного наслаждения, избавиться от реки огненной, протекающей с великим шумом пред страшным судилищем. Итак, все это непрестанно имея в виде и размышляя, очистим жизнь нашу и сделаем ее светлой, чтобы с дерзновением узреть Господа и достигнуть обетованных благ. Аминь.